Despota e Caribani Cristal. A minha vista não é a primeira, a torre prima, relevante o значение внутри элементарной чеки обратной шутки. То есть его значение сколько, сколько степеней, сколько представляет. Ну, вернее, вместе с значением альфа. То есть вот всего 3L значение у нас сейчас вот эти колебания. Значит, они определяются величиной динамической матрицы. Динамическая матрица кристалла — это вот теза по координатам, зависит от двух вектора k. Вот мы, значит, имеем дискуссионное уравнение, которое мы записали. Детерминант матрицы. Вот напишу так. М омега квадрат минус А. Ну тут дельта и. Вот это тензорные. Их с игры z, или там ее принимать 1, 2, 3, в зависимости от того, как нам нужно минус от k. Вот она. Детерминант 22 минус определяется отсюда частота вот этих. Вот эти частоты. Это три корня. Три уравнения, что были у нас исходными для амплитуд колебаний. Значит, у нас детерминант равен тиранту нулю, отвечало, прислался уравнение для определения частот. И, соответственно, значит, три, как я написал уже, это, значит, три ветви колебаний, три частоты, потому что уровень три ветви написать на мере квадрат. Вот это чем применяется. Значит, так. Теперь, как вычислять частоты? Ну и вообще все параметры определяются фактически вот этой вот. Свойства векторов поляризации. То есть, когда они определяются частотами, векторами поляризации. Ну и когда, значит, речь идет о каком-то произвольном колебании, то, значит, еще и нормальными координатами. Так вот, все эти все расчеты построили, но нам оказывается нужна вот эта динамическая матрица кристалла. Она определяется как курьер-образ, силовой матрицы, которая зависит от Rn минус Rn штрих, да, и ее степень k Rn. Ну, значит, это разность, если мы обозначим просто Rn, да, ну, это сразу известно. Так, тогда, значит, разность это Rn, если мы будем, да, Rn, значит, если мы посмотрим. Значит, вот это вот силовая матрица, это силами, определяется силами, которые действуют между атомами, средствами, что сила определяется этим. Они мы записали также в приближении, в радиоматическом приближении и склонности через энергию основного состояния решил энергию кристалл основного состояния. Производная его, вторая производная подобряется вот этим левый образ, значит, будет экономическому согласовывать вся предыдущая наука, которая проявила. Вот к чему сводится. Значит, теперь наша задача была последние два раза, это что же мы представляем, как его вычислять, как найти частоту. Именно частоту. И три пункта, которые общего характера, значит, они имеют значение, значит, для всех типов кристаллов, что какие-то составляются какую-то основу, фундамент всех приближений. Да? Так вот, это три факта. Первое, это если длинный волн большие, а новый вектор, соответственно, 2π на лямбда. Длина волны большая, новый вектор, соответственно, k величины новой. Это значит, лямбда будет много больше межатомного состояния, размеров атома. Ну тогда, значит, мы можем приближение рассматривать все равно приближение к почте. Слушай среды, плюс слушай среды, и тогда А от К, то есть напишу
лямбда где лямбда, все замножили проси с вашей среды, то есть физики с вашей среды, где мы все замножили проси. Ну, значит, тогда здесь только среда представлена, не среда. Поэтому здесь, поскольку здесь у нас и идет, то здесь и идет n, вот, n, значит, это у нас вот такая Ну и 2К,
квадрате, да, ну там, значит, разные могут быть 15 квадратов просто какой-то. В общем, вот это я сам буду ситуацию возникает, можно построить, отключить. Это движение годится, ну, в основном для ковалентных кристаллов. Так, какие у нас, значит, типы кристаллов, знаете, значит, это будет ковалентные металлические две типа связи. Значит, если мы подключаем атомы, это у нас простая же, мы рассмотрели пока что колебания только простой шотки, шотки, состоящие из атомов, от такого сорта. И тогда у нас связь может быть только металлическая, ковалентная, ну и еще атомная связь, когда атом как целое взаимодействует. Ну вот это вот, когда атом как целое взаимодействует, то, конечно, для этого связи, конечно, это самое неплохое приближение. Ну, правда, тоже тут есть. Вот. А, значит, и ковалентный кристалл, это какой-то не металлический, потому что в металле, ну, допустим, ионом кристалле, который был, если сложная жидкость была, тогда другая ситуация. А, значит, для металлической связи любое приближение, а для ковалентной вот это приближение делится. Как, ну, как сказать? Оно, конечно, эти приближения в любом случае является, ну, недостаточно, конечно, значит, хорошим, чтобы все описать хорошо, то есть достаточно точно описать реальную ситуацию. По простой причине, потому что ни кристаллы, ни недействующие силы, ни такие силы, корректно действующие, не являются адекватными, так сказать, тому, что есть. Потому что по самой своей природе эти силы порядка действуют на расстоянии, порядка мешатого расстояния и низкие мешатые, а никто не будет видеть. Ну вот, то есть, если сильно большие считать, дальнействующие силы, тоже нельзя, которые такие приближения есть. Итак, значит, второе приближение дальнействующие. А дальнействующие, это когда мы, значит, смотрите, как, а вот для дальнействующих сил, я написал прямо сразу АТКА. Это очень такая, почему это только приближается больше намного всем. Потому что там потому что все формулы получается. Ну, значит, мы считаем, что у нас от координат зависит как-то достаточно плавно, так сказать. Большое расстояние плавно увлекает. Тогда как бы главный уровень России много больше, действительно много больше, чем главный уровень. Ну и, соответственно, полно получается, я понял эту воспроизведение, потому что раз остановился, значит, и, наверное, я там сказал первый еще в конце какую-то форму, которую сейчас тоже воспроизведу. Вот, то есть вот здесь арка, значит, арка, имеет такой вид, значит, так, я тут могу так написать, что. А, нет, не так писать, надо вектор нужно. А это. Ну, вектор тут может написать, чтобы он напишет другую. Ну вот, значит, смотрите, F пополам это число атом, и значит число атомов. И вот эта формула наглядная, достаточно. Записывается, сейчас я пишу, две строчки, так сказать, где вот это будет АК, здесь будет фигурировать сумма по векторам квадратной шутки. Вот здесь видите, в характеристике сумма, которую мы должны снять, это сумма по векторам прямой шутки. То есть если дальнейшую, то предстоящую, это как значит, взаимно, так сказать, противоположные, что ли, подходы. Вот. Но этот подход, значит, больше зависит. Там плазменная модель металла прямо получается очень хорошо. Вот. Значит, я даже все разобрали, значит, здесь напишу, здесь сумма по всем К, а можно выделить сумму, то есть слагаемая с К равна нулю. И тогда, значит, вот оно будет простой. Я тогда не напишу как раз сейчас. К и К йод. Ну, W я обозначал. W я обозначал, нужно, наверное,
в отличие от той буквы У, которая здесь У у нас входила, входит, а вот Р. Но, значит, здесь просто вот сколько это М выделяется, ну, значит, можно сказать, что другой буквы обозначает уже. Так вот здесь мы видим здесь фурье-образ. Вот фурье-образ вот этой функции, ну, слушайте, вот этого, вот, значит, он написал так. Теперь это плюс, и вот здесь сумма уже по К, вот здесь, значит, наглядно в общем виде выделяется, получается формула, которая просто, мы просто сделали, вы написали и вычислили эту букву А от Р просто вот тупо по этой формуле. Ну, в этом есть определенное приближение. Не нужно думать, что это точно. Это не точно, но вот, по крайней мере, для металлов это имеет в себе значит, основание записать. Ну вот, вот это Км плюс К. Вот. И Км. Так, Км тоже плюс К. Йод. Так, йод. И здесь, значит, так. Йод внутри В. От К плюс К. И теперь здесь минус. И тут минус К большое. К большое и К большое идет. Ну я вот тут букву М не буду писать, и буду просто туда К писать, К вот так. Вот, это. Ну вот тогда значит вот так. И, значит, здесь дубль В от К, да? Дубль В от К большое. Так. Вот. И теперь плюс. Это скобочка. Плюс. Вот то же самое все. Только К зрительно низко. И скобочка закрывается. То есть вот это сегрегизм уже К зрительно минус К. Вот так четкая формула. Значит, если здесь смотрите, если мы здесь сейчас будем считать К малым, все равно не сопротивление К. Ну, да, здесь очень сильно сопротивление. То есть, малая, играет роль в основном малой. Тогда, значит, это в этой обратной решетке можно считать много больше, чем К. Тут как бы К выпустить, и тогда эта сумма обращается в нуль, и здесь она в нуль. То есть, все обращается в нуль, и все хватает. Ну, то есть, вот, как бы, здесь тоже, сам, как получается, аналог. Значит, здесь мы ближайшие соседи брали в прямом процессе, а здесь мы тоже ближайшие соседи, вот это вот здесь общий отчет всех остальных векторов обратной шутки. То есть мы здесь по векторам обратной, по векторам шутки обратные, если обратный процесс. Вот, значит, это такая формула. Здесь такой формулу написать нельзя, есть. То есть такое ощущение, что вот эти вот константы там в общем виде не будешь. Вот. А тут, значит, в общем виде может быть совершено через это, через вот эту, ну вот это ну вот такая. Значит, итак, вот так это решение. Значит, если мы сейчас, как я сказал, ну, будем, вот что считать, вот это W при это больших как, при больших вот как, но как будет сказать? Для больших значений векторов, волновых векторов, а это большие действительно значения, потому что это порядка обратной величины А, единица на К, К, наименьшее К, порядка единицы на А, большое значение. И значит, это когда такие, мы считаем, что энергии замерить в основном точно на большое расстояние. Ну, значит, тогда это будет малое при больших К. И, значит, соответственно, можно это как бы первое. Ну, тогда вот это будет главное. Вот, значит, получается такая вещь. Ну, здесь, конечно, противоречие, на самом деле, это три года только и будет тогда малышка. Но все равно, значит, это какое-то основание из того, что можно таким образом использовать просто эту первое приближение. Ну, ты что же...
Тут может должен быть фрагмент расчета самой этой величины. Ну, я даже могу сказать, что сама эта величина, она просто равна, если все последовательно проводить в этом случае, нужно провести, написать уравнение для определения потенциала, значит, и тогда получится, что и ро ионная от К на эпсилон от К квадрат, эпсилон от К, от К, это где эпсилон от К, это есть электрическая проницаемость. Вот нечто подобное, вот ро от минус складывается вот так. Это вообще, ну, такое, ну я тут не знаю, то есть я пишу ро от Ку, оттуда не писал. Ну, вот от Ку, ро и от минус Ку. Вот такая вот, значит, такое выражение для вот этого боя публикуется. И это, что он пусть взять на пределе малых Ку, то есть К здесь поставить на стене вместо Ку, вот, то, значит, здесь получится, значит, здесь получится выражение для лямбда, вот этого тензорубля пропасти фактически вот здесь стоит. Ну, оно, значит, здесь будет простым, и я написал ту формулу. Эту выкладку я обещаю, что я должен вообще, в принципе, ее поделать во второй части курса, где буду рассматривать электроны. Вот электроны, это с помощью рассмотрения электронной системы металла, вот эта формула в Янгеле получается, я там запишу, и там, значит, в ВДВ имеется конкретная величина, которая в ВДВ, я вот это вот так написал условно. Ну, значит, тогда при малых отсюда получается что? Ну, тензор модуля упругости величина. Клад тензора модуля упругости от электронов. Потому что электроны определяют потенциал. Вот этот потенциал определяется электронами в металле. То есть между ионы какие-то считаются такие, они в море этих электронов проходятся и взаимодействуют как бы через электроны. Вот эти свойства электронов здесь входят. Так вот, значит, здесь получается, что лямбда, лямбда вот это тензор модуля упругости, он определяет скорость звука. Вот мы написали, что S, вот там, в этом, если взять касату, здесь это будет скорость звука. Так вот, скорость звука, значит, она, мы юношки, электронный вклад в скорость звука. Оказывается, что здесь вот есть, если так сделать, то будет как бы от ионов вклад в скорость звука и от электронов. И от электронов может быть основным. Так вот, значит, от электронов вклад в простой модели, плазменной модели металла, получается формула такая простая. Масса электрона, деленная на 3 массы иона, простая штука, все. И здесь скорость, она называется скорость Ферми. Максимальная скорость электрона. Электроны там имеют совершенно определенные скорости от нуля до какой-то ограниченной скорости. Это ограниченная скорость, это скорость. Так вот, это, ну, средняя скорость электронов это будет 3 пятых этой величины. Ну, то есть на порядке это самое. И вот здесь видно, что поскольку масса электронов много меньше массы электронов, то значит эта скорость звука вот в корень из n раз меньше, чем скорость, средняя скорость электронов. Это как раз мы использовали при обосновании адиабатического приближения. Адиабатическое приближение именно потому и справедливо, потому что скорости электронов в Ферми много меньше, чем скорость звука. Вот наша скорость волны, которую мы сейчас изучаем здесь, это скорость звука, и она, значит, много меньше, чем вот она. То есть даже может, так сказать, я уже говорил, она 10 в 5 сантиметров. А скорость электрона 10-8 сантиметров в секунду. Вот такие оценки здесь получаются. Ну вот, значит, то есть даже мы, если возьмем омега от К само, омега от К продолжить, нарисуем омега от К. Вот. Ну, при малых линейных, а потом как бы это вот так вот и так. И вот будет зависеть от углубления. Но все равно вот это скорость, какая бы она тут ни была, она все равно меньше, чем
любой. То есть тут вот она просто будет у нас кости слуха. А на любой части там уже просто производит этот диаметр выдыхания, вот скорость, ну, групповая скорость, так сказать, волны, это значит будет. Какая скорость у нас все равно будет намного меньше, чем скорость электрона. И поэтому, значит, вот такая здесь по пути получается как согласование с электрическим движением. Ну и так вот, три пункта, вот это я еще рассказал, снова три пункта, которые мы прошли. Теперь, значит, наконец, следующий шаг. То есть это мы рассмотрели как бы для простой жизни заканчиваем, и нужно рассмотреть теперь колебания сложной жизни. Точнее, вот в неволе говорили правильно. И что тебе не колеблется? Колебания кристалла со сложной жизни. У нас много часто это пропускаем, а чтобы аккуратно все понимать, нужно меньше говорить правильно. Колебания кристалла со сложной жизни. Вот. Сложный, то есть не содержание, не скажем. Ну вот сейчас найти вот, значит, усложнение, которое связано с тем, что есть, значит, в датчике. Не один атом. Сколько это? Значит, мы говорим, следующий шаг начнем. Колебания кристалла со сложной кристаллической шутки. Вот это будет, значит, такое. Следующий вопрос такой. То есть мы должны теперь вот это. Эти формулы обобщить, так сказать. И формулы обобщать. Вот. Ну, значит, это обобщение мы будем делать так, что используем все то, что уже сделали. Для простой жизни. Вот. И значит, поэтому будем как-то, естественно, быстрее все это проходить, опуская детали, которые мы уже для простой жизни посмотрели. Значит, чем отличается простая от сложной? Простая отличается следующим, что узел ее, в котором находится находятся атомы, он, значит, положение, определяющее положение, он зависит не только от номера n, но и от номера s. Значит, у нас есть r, n, вот тот же вектор трансляции, который определяет нам, значит, симметрию шутки как целое. Шутка состоит из вот s номер 1, 2, не угол называется. Ню атомов по элементарной ячейке. Значит, положение атомов в элементарной ячейке определяется вот этим вектором, тем же старым вектором трансляции при жёлтой проводе N1A1 плюс N2A2 плюс N3A3. Вот это узлы той решетки, которая начинается в большой проводе данного кристалла. Все эти вот эти атомы, находясь вот теперь в точках молодочка S, точку мышь. Вот сначала что взяли какое-то, значит, в этой элементарной ячейке. Ну, может, вот, значит, не можем в центре атома, не то, что не можем, мы не хотим в центре атома брать какого-то. Может, мы можем где-то в какой-то удобной точке взять. Ну, а может, какой-то и в каком-то атоме взять, значит, уже зависит от удобства. Ну, то есть вот это определяется сама ячейка, да? А теперь это положение в этой ячейке, понятно, да? Где-то мы взяли начало отсчета, вот определение, когда еще, значит, теперь положение ячейки. Вот это, значит, это положение атома. Вот. И теперь, значит, мы должны написать снова уравнение движения, уравнение для колебаний. Ну, оно будет тоже очень просто, мы запишем, значит, какой-то атом. Теперь масса атома разная. Поэтому, значит, будет МС. Вот, соответственно, вот столько у нас значений масс, да? Вот, значит, МС, значит, на У, это я исходное время пишу. У, значит, точно производная, производная по времени, вторая.
уравнение Ньютона, масса наступного строения равно действующей силе. Вот. Значит, здесь я N, и здесь S. Соответственно, значит, U. Значит, теперь вот E круглая. Это у меня NS, да? И, соответственно, здесь R NS плюс U NS. Теперь вообще-то, значит, буква это принимает как компонента фактически еще одна, еще тройка этих значений. Вот. Значит, соответственно, I равняется сумма по N' минус вот A от R N есть S' теперь. Вот эти S мы будем писать здесь. S, S'. А эти R, как будем писать здесь. Rn минус Rn'. Вот. U, N, S'. Вот уравнение, как вид будет иметь, да? Значит, ну вот теперь давайте. Значит, не зря мы так хитрили, что написали здесь только выданы. Значит, из того, что у нас это ячейка, повторим, все ячейки образуются из кристалла. Поэтому, соответственно, если мы всю эту, если всю мы от Rn прибавляем опять к Rn, прибавляем какой-то Rn большой, допустим, Rn большой, да? Так, ну, произвольное какое-то, да? То то и другое ко всем этим Rn, короче, прибавляем. Штрих, тот же самый Rn, ну тогда А не должно меняться, да? Поэтому, значит, я сразу написал, я на самом деле должен здесь написать, да? Чтобы Rn и Rn штрих. Так вот я сразу написал, что это функция разности. Она остается, эти функции разности этих. Но не полных этих, естественно, потому что тут нет для этого основания. Чтобы это было. Поэтому, значит, у нас ну, это естественно, что как целые ячейки, от их расстояния между ними, значит, зависит только самая динамическая силовая матрица, а, значит, от конкретного значения, где находятся эти ячейки, она не зависит. Вот, поймите, что вот это, в силу того, что это при этом, замене, значит, А, вот, Rn плюс Rn, Rn большое, запятая Rn, значит, плюс Rn штрих плюс Rn то же самое небольшое, да? Что это равно А от Rn, А от Rn штрих. Из этого, значит, равенство следует, что это только раз функция, только разность. Ну вот. Вот это, значит, очень важный факт. И, соответственно, значит, мы фактически решение снова можем. Решение этой системы, которая теперь составляет сколько у нас? Сколько здесь у нас уравнений? Значит, давайте я пропишем. И йод. И йод. Пишем, да? Йод. Да? Значит, ну, по йод версии можно писать. Вот. Значит, мы имеем три. Ну, уравнение. Ну, число. Значит, вот каждому атому соответствует 3. Вот 3 ню уравнений у нас есть. Теперь вместо 3 уравнений у нас 3 ню уравнений. Вот в чем сложность. 3 ню уравнений. Это 3 уравнения, и если у нас есть для одного, так сказать. 3 ню на самом деле, но этих 3. 3 ню, вот этих уравнений еще 3 ню, умноженное на n, да? 3 ню, это уравнение, это вот что получается. А, значит, сейчас мы, когда перейдем к Фурье образу, записав и к r, мы снова можем из этого системы уравнений решать на постановку, потому что вот сила зависимости от радости у нас, мы перейдем сразу же к Фурье образу. То есть мы сразу напишем здесь m омега в квадрате u. Теперь s останется, да? А здесь будет
омега и К. Либо значит, мы здесь вот это, и все омега. Значит, тогда мы сразу записываем в уравнение уже, значит, вот три нюмера. Вот этих три нюмера, n здесь три, у всего остается 3 ню уравнений. Для амплитуд здесь, значит, у нас сумма будет по s штрих, пойдет сумма штрих, и по s штрих а s s штрих от k, да, и идет, и умножено, значит, на u идет s штрих на от омега k. Вот мы получили точно так же, как получили для простой решетки, из этого уравнение для амплитуд. Таким образом, будет u от rn t, мы написали как u от омега, так, s, ну или s, да, вот здесь s осталось, вот. Значит, мы написали вот в таком виде, вот она. Вот эта постановка, решается в уравнении, и тогда таким образом мы сходим и задачу к определению, значит, уже рассмотрению системы трению уравнений. Значит, каждое поколение здесь имеет, каждого атома, значит, каждого три. И, значит, ну вот такая, значит, такой переход сразу мы делаем. Теперь, значит, второй способ, вот как вы помните, значит, какие способы у нас были сразу же вот этого уравнения. Первое, что вот это, что это только от разности зависит, давало, вот, то есть от этого свойства. А второе свойство мы давали, что смотрите, если специал кольцо изменить, то есть для всех атомов одинаковая у, тогда получается некое значит, свойство. Это свойство заключается в том, что сумма по S' вот она, вот, сумма по S' а от S S' от Rn, оставим в смысле разность просто вот, от Rn равняется нулю, правильно, да? То есть, вот, значит, сумма по n штрих и s штрих равняется нулю. И это сразу же видно, в чем это большая разница. Разница почему-то в том, что здесь сумма по n штрих только, а сама, вот саму, не будет смотреть, вот саму просто посуммировать по r, она в нуле. То есть, большинство будет только когда сумма большая. По всем атомам ячейки. Ну понятно, сейчас сила должна одинаковую силу, значит, смещение брать для всех атомов. Ведь, значит, соответственно, сила, которая висит на ячейку как целое, вот это и будет. Только сила здесь на ячейку как целое обращается в ноль. В силу того, что мы при смещении кристалла. При смещении кристалла никаких сил нет. Вот. А значит, ну, каждого атома так. Вот. Вот, значит, получается вот это вот главное свойство, что это S, а если здесь четыре штрих убрать, то это нервы. Вот, значит, то есть здесь так, вот так. Вот, значит, это для сложной решетки такая, значит, такая. Вот уравнение. Ну и давайте, что действительно уравнение-то сейчас 3 ню, и уравнение уже сейчас по степени 3 ню. Ясно, да? Всегда мы было 3 степени, да, микро. Так 3 ню степени. Значит, у нас сколько? 2 колебания. Вот 3 ню и 2 колебания. И было 3, сейчас стало 3 ню и 3 колебания. То есть омега альфа от К. Мы решили это дискуссионное уравнение. Ну, давайте его напишем, чтобы, значит, оно у нас было при. Для версии написано. Вот. Значит, омега. Ну, так, когда соедините, когда соедините, что-то.
MS is, no, MS, you know, MS, omega квадрате, дельта. Дельта и йод, тут будет теперь матрица не только по и йод, но и по S, штрих, S, дельта, S, S штрих, минус А, S, S штрих. То есть матрица по S и по I йод, вот, вот как, вот, матрица одна на минус. Вот это дисперсионное уравнение теперь так. И теперь я там у нас сигма треню, соответственно, треню ветвей у нас сигма. Значит, вот такая, значит, общая схема, к чему будет. Точно так же, значит, точно так уже сели, все остальное, мы нужно писать нормальные координаты, нормальные моды. Вот, значит, так уже сели. Давайте это все пропишем. Значит, напишем, какие формулы будут. Это нормально, понятно? То есть нормальная мода, это у нас, значит, прежде всего вектор поляризации, то есть каждая ветвь, видите, ну, каждая ветвь соответствует вектор поляризации. Что такое вектор поляризации? Вот это вот, вот система уравнений. Вы когда вектор поляризации называете, то эта система диагонализуется. То есть вот для каждого вектора свое уравнение получится у вас. То есть вы даже так можете так преобразовать, что для каждого вот этого вектора у вас каждого компонента, даже этого вектора, значит, у вас есть отдельное уравнение. Вот, значит, мы провели тем самым соотносительно. Теперь, ну, естественно, теперь любое решение, любое значит, решение, которое мы можем удовлетворить, это мы говорим, оно будет просто линейная комбинация этих вектор-поляризаций. Вот. Соответственно, значит, нормальная мода от вектора поляризации плюс этот множитель, который вот этот вот определяет нам вот эту зависимость. Значит, но здесь одна техническая деталь делается. Значит, что значит, вводится? Одна техническая деталь заключается в том, что мы вот этот там сложность вот с этой. Это катакаса, надо зависеть от S, от S, из матрицы, она, понимаете, не единичная получается, десятикратная. Поэтому, значит, мы вот сюда, вот, ее должны, вот корень из этого N, мы должны сюда воткнуть, чтобы загнать, чтобы тут у нас получалось, это единица, вот, так сказать, в этой матрице. Вот это, ну, это делается вот такая, вообще-то, значит, это, понятно, что это уж дело вкуса, можно... Можно так, собственно, и не делать, но где-то все равно мы что-то должны сделать, чтобы это было, это учесть. Сейчас, секундочку, я напишу, чтобы обозначения у меня были совпадали, понятны были. Так, секундочку, сейчас, я просто напишу. Напишу как-то так, чтобы не было дальнейших недоразумений. Так, сейчас я так. Вот, сейчас, раз. Я эту форму должен написать. Так, вот. Значит, смотрите, мы вводим US, ну, для амплитуды колебаний. Так, US, значит, стильный. Я пока тиль напишу, потом я тут как бы тиль уже писать и не буду. Значит, так, корень из МС. Ну, просто ОС. Да? И тогда, значит, будет вот это уравнение, которое там написано, будет иметь такой омега квадрат, омега квадрат О, С стильной, да? Так, равняется сумма по С стрих. Так, сумма по S', значит, единица на корень из MS, MS', а и йод от, значит, а и йод S, S' от K, да, а йод S' от K, ну, все правильно, у
Все здесь S. Ну и здесь так. Ну и все. Вот. Значит, вот варим такой для этих. И вот для этих, значит, соответственно, уровень не будет содержать вот это вниз. Да? Ну тогда, значит, это получится, значит, соответственно этому получится у нас и эти нормальные моды и нормальные, значит, скажем. Значит, смотрите, вот нормальная мода теперь у нас. Она той, которую я пишу. Значит, смотрите, фи, к, альфа. Ось. То есть у нас теперь решение. Ну, я так, давайте напишем так. Детерминант. Вот. Теперь омега в квадрате. Омега в квадрате. S. Омега в квадрате. Дельта и йод дельта s s штрих минус а, ну вот здесь вот уже нужно писать осилие вот это вот. Ну вот здесь, значит, осилие s s штрих вот так. Вот она тогда будет иметь такой же. Ну там у нас просто, что здесь была m, и мне ничего не мешало, потому что мы просто делили здесь нет. И, значит, получилось уровень-то совпадающий с этим. А здесь, значит, ну, надо вот такой немножко поднатрючить, так сделать. Поэтому, значит, теперь у нас, значит, у нас А будет С, С, И, К. Ну и, соответственно, вот она, нормальная мода. Это вот то решение, которое, как я говорил, то есть это фактически метаполяризации. Это от R и S. Вот он теперь S исходит. Ну то есть как бы к альфе еще прибавляется S. Значок дискрет, что идет. То есть не к альфе прибавляется, а координаты. Вот компоненты. Компонента И идет, там было И равно 1, 2, 3. Но здесь прибавляется еще. Да? То есть вот к этому вектору, значит, компоненту вектора прибавляется еще. S, то есть еще для каждого компонента, она утраивается. Ну вот, значит, K, альфа, NS, так, это есть такая равняется. Вот, единица. Ну здесь корень из N было у нас, для нормировки была. Теперь мы должны это MS написать, если не забыть. Вот, значит так, теперь, значит, это, вот этот вектор поляризации от альфа к S теперь, нет, извините, нет, альфа, это здесь не альфа, здесь не надо никакого альфа, здесь S, вот это S, значит, это S, значит, отвечает вперед, ну как вот, еще раз, в компоненте вектора прибавляется это вот S, а K альфа, ну это значит у нас, их теперь альфа и значений 3 нет, поэтому, значит, число значений K альфа и значений N S одинаково. Вот, квадратная формулировка. Вот здесь получается вот это нормальная мода. И теперь, значит, против нормальной моды, значит, разлагается любое решение уровня. Теперь, значит, смотрите. Эти самые условия ортогональности, которые здесь фигурируют, получается у нас. Вот оно какое. Значит, сумма. Вот, тут МС нужно написать. Значит, НС, так, сейчас секунду. НС, сейчас, да, НС здесь. НС, Н, С, Фи, Фи, значит, комплекс сопряженный вектор. Так, К, альфа, от Н, значит, С. Вот фи, к штрих, альфа штрих, n, штрих, n тоже, извините, n тоже. Это тоже самое, сумма по ns, альфа штрих. Вот, значит, это равняется дельта, значит так, когда дельта к штрих, как дельта альфа штрих. Вот какая условие, так знаете, значит,
нормальний фунт. Нормальний фунт такий, такий основний рівень. Значить, реверсується це нормальний. Ну і, відповідно, якщо поки альфа ми йде про сумір, то значить там буде все, значить, автоганесі, то NSC. Ну от така. Значить, не... А там же нормальний модуль, там експонента же ще вважає. А мало правильно, я ще не писав. Так, так, так. Значить, так, що ми вже не забувалися. Є всі такі, К, Р, Н. Совершенно верно. Нормальний модуль, то есть, она отвечает. А, ну да, вот это мы. Это РР, вот. А, С, да, она входит в цитал. Ну вот, значит, нормальный модуль, значит, нормальные координаты, вот им же органы вводятся, так же точно, значит, записываются энергетики через нормальные координаты. Это, то есть, формула энергии будет та же самая, просто у нас теперь этих степеней свободы, соответственно, 3 ню, а не 3 просто было. И значит, соответственно, мы это, давайте на версии все это напишем. Гамильтон, отвечающий, колебания. Полный там есть Е0, плюс вот эти колебания, которые в эти волны, которые мы рассматриваем. Так вот, значит, это будет так. 1/2 сумма по альфа. Значит, и здесь точно так же у та альфа значит, в квадрате плюс омега альфа от к. Омега альфа от к. Значит, так. А, нет, извините, я так тут написал. Вот. Кусочек. Напишем вот так. Вот так. Ну тут кусочка или П не отличимы, потому что там в обычной механике там еще масса входит. Ну мы массу здесь запихали куда-то. И у нас они не фигурируют, поэтому мы значит, кусочки перевесим и тоже. Омега квадрат. Так, значит, здесь значит, У, К, альфа, омега в квадрате. И значит здесь это скобочка. Вот будет не записывается как через эти нормальные. Значит, соответственно, значит, сейчас надо бы. А, ну вот у НС, вот, у НС это смещение, как выражается. Вот это последняя значит, главная формула будет. Это будет сумма по К альфа. Сумма только альфа, к, кубик к альфа, фи, верхних, так, к альфа, к альфа, так, нс. Вот к альфа, нс, вот это, определение нормального. Значит, вот все формулы, которые мы записали для рассудочки, мы их обобщили. И, значит, главное обобщение здесь, мы сейчас как раз и определим. Значит, мы определим, в чем же качественная разница того, того же, что человек получает, от того, что было видно. Слушайте, куда это сделал сейчас перевелось? Так. А ну, нас сейчас не послушаем. Вот, берешь сейчас. И для того, чтобы... Следующий ключевой вопрос.
In после этого мы начинаем рассматривать колебания сложной решетки при малых волновых векторах. А много меньше единицы. И разлагаем по волновому вектору, как мы, с чего мы начали, собственно, рассмотрение их колебаний, свойств колебаний простой решетки. Значит, смотрите. Что получается при стремящемся к нулю из вот этого значит, уравнения? Омега квадрат МС, так, омега квадрат МС у С равняется. Вот, значит, смотрите, ну если. Что сейчас пустим? Так, С штрих. Так, А, Т, штрих, нужно идет, так и идет, так, от нуля, да, от я ничего нет, посмотрите, от как по нулю. Ну, чтобы понять, что там у нас были силы матрицы, где было Э, а тут К. То есть это имеется в виду матрица, ну, не вниз, то матрица замещает К. Ну вот, и вниз. Вот, так. Где-то при К стремящемся к нулю получается вот этот уровень. Вот УС идет. Да? Значит, в случае, когда у нас было, не было, конца была решетка. Ну тогда вот не было здесь этого самого. А было сюда только пойдет. Вот. И значит тогда вот при К равно нулю. Равнялась сумма А от РН по Н, и это было равно нулю, правильно? Поэтому это просто равно нулю, и соответственно числа просто было равно нулю. Так. А сейчас сумма, вот эта штука не равна нулю, потому что она равна А с С штрих. С штрих, а он не равно нулю. Она равна будет нулю, если мы суммируем по С. То есть сумма по С штрих равна нулю. А если просто по Р, то не равна. Поэтому вот эта вещь. И в этом есть толк, что при К равна нулю, получается вот такая штука. Теперь, значит, получается вот что. Суммируем это вот, вот если теперь по S просуммировать эту штуку, по S просуммировать, да? То есть, ну тогда по S сумма будет равна нулю. И следовательно, смотрите, вот что получается. Омега в квадрате, сумма по S МС у S I равняется нулю. Вот что получается. А тут прямо, а тут точно напишем сразу же омега квадрат при К равно нулю. Если омега квадрат при К нулю умножить на вот эту сумму, то это равно нулю. И таким образом возникает два варианта. Либо это равно нулю, либо это равно нулю, ясно, да? А вот это что-то такое, на что-то намекается, навевает что-то. Кто хорошо дыхание узнает, кто. Вот возьму сумма по S. Представьте себе металличек, сидят рядом. Вот массу, это как бы координаты этих атомов, смещение этих атомов. M, S, U, S разделено сумма по S, M, S. Что это такое? Разделим здесь просто, но это общая масса металлички. На полную массу. Вот они сидят и говорят, на полную массу разделим, а это вот смотрите, сумма смещения. Нужно добавить, в принципе, это хочется. Плотность. Да? Плотность. Центр массы. О! Молодец. Центр массы, что вы делаете? Это вот центр массы. Е, вот получается, что это еще здесь разделено. Значит, либо центр массы. Стоит, тогда омега
А если центр массы движется, то омега? Получается, что омега при k равном нулю, в случае, когда этот центр масс смещается, если смещается, она может быть отличной. И таким образом получается, что получается простая физическая картина, что вот есть трению колебаний. Так вот, из этих трению колебаний, значит, есть три, ну, то есть вот это, видите, три уравнения, фактически, три компонента диаметра, этого самого центра, смещения центра массы имеет. Значит, три степени свободы вот эти, для них омега должна равняться нулю. Тогда, значит, 3 ню минус 3, минус 3 ню минус 3, вернее, 3 для трех, для трех колебаний омега от k равна нулю. И в этом случае происходит смещение центра массы. Если же колебание смещается центром масс, таких, как выяснилось, колебаний 3, и вот для этих колебаний омега при k равна нулю. А для всех остальных 3 ню минус 3 колебаний центр масс покоится, и тогда центр, значит, омега, да, отлично, можно. Ну вот это вот получается, что все ветви делятся на два класса. Одни, вот, омега от k. Мы получим, что есть три ветви, которых, и это хорошо понятно, это же простая решетка, если как целая решетка колеблется, то есть колеблется только как центр массы, как говорится, фактически, а эти покоятся, значит, эти центр массы колеблется, да? Вот это будет как будто целая, в целом ячейка, это все же простая решетка, это похоже на нее. А если, значит, центр стоит, то тогда колебание происходит относительно этого центра массы, а относительное колебание этих атомов, которые, значит, которых теперь там какое-то количество в этом болтается в этой решетке. Значит, для них частоты начинаются работать. Что в этом? У них частоты начинаются, есть какие-то отдельные частоты. Вот это вот разделение два совершенно различных класса частот возникает из рассмотрения поведения камня. Если камень нулевый, то здесь они сливаются, и их значение ничем никак не это. Значение касается. А значит, прикармливаем. И это различие существенно, потому что сейчас мы это напишем эти уравнения. То есть мы для пешеходов пока сказали в конце, а сейчас мы пишем теорию. Теорию напишем, как их уровней находить. Эти частоты, то есть вот эти частоты находятся в их уровне, эти в их уровне. Вот это значит, вопрос называется акустический, оптический эффект. Эти колебания акустического типа. Приказ смешки, не смешки, вот они такие же, как есть в этом послушке. И это за оптический уровень, потому что вот эти вот частоты, но они априори, понятно, что они должны каждому масштабу отвечать частотам колебаний, кстати, электронов, в атомах, так сказать, что энергии должны отвечать тем частотам, отвечать переходы же зависит на форме матрицы, потому что какие еще энергии? Нет атомных симметрий. Вот, значит, соответственно, это получается атомные, а поскольку атомные масштабы, то это, соответственно, оптика, оптический эффект, поэтому частоты. Ну, то есть вообще реальность, то это вот инфракрасный, так сказать, диапазон, ну и в принципе какого-то там краптического такого уже минимум, что это будет, вот этому прилагать эти колебания. Конечно, это значит колебания, это значит аналог или, вернее, говорится, подобное того, что происходит в молекулах.
молекулы всего, значит, тоже знали. И там здесь молекулы тоже друг от друга атомы колеса у них. И как с электронной оболочки. Значит, тоже существуют такие колебания. Вот те, которые колебания, которых колеблется около этого, значит, такие инфракрасные волосы, вот инфракрасные полосы, существующие для молекул. Вот эти колебания отличают оптический центр, то есть оптический центр, который есть. То есть сплошность. А значит, не дискретные спектры, это области резервных спектров, это рядом друг с друг, и все равно значит, это будет какой бизнес, сколько он красный, ну вот, значит, сейчас давайте напишем тогда, разберемся. Ну, мы это как раз разобрали прикарманную группу, написали, они только все. Теперь давайте напишем для малых К все из общего уровня. Запишем для малых К. То есть это разложим, как мы сделали романтики для этого. Для простой шутки также сделаем. Также сделаем. И значит получится тогда у нас уровни, которые будут описывать эти значит. Что тогда? Вот это вот теперь. Адка уже значит пока. То есть мы сейчас должны написать не для просто для каждого, а для малых К. И вот там для малых К вот эту часть, и эту часть, вот эту область, написать как эту часть туда находить, как эти. Вот и все, вот это. Ну, значит, адка, да? Так, значит, сейчас, секундочку. Пойдет адка. Так, сейчас у меня тут соединяется. Вот, значит, я тут напишу просто. А, ну, ладно, значит, нужно по сути. N сумма по N АССШ. Так, АССШ от F. Да? И тут скобочка единица. Это исполнение, если это не R. И КРН разлагается минус И. Значит, единица минус ИКРН. Это точно так же единица. Минус ИКРН. Так, дальше. Минус, снова минус, 1/2 КРН в квадрате. Так? Вот. Значит, это сколько? Ну, теперь что, соберет каждый. Значит, давайте напишем и вот здесь, ну здесь, значит, соответственно, и точка, а здесь будет 4 вещи. Скажите, значит, получается такая вещь. Так, вот, С, 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 штрих, и вот, плюс И, К, йод, так, и К, йод я напишу, С, И, йод, Э, С, И, Йод, Э, С, С, штрих, так, С, С, штрих, и, значит, плюс К, Э, К, М, К, Э, К, М, ну, тут, значит, очевидно, что я тут минус, внес в определение С, С этого, плюс К, Э, К, М, К, С, 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 штрих, Э, И, Йод, Э, Э. То есть это значение аналогично тем, которые используются для последующего. Зачем то, что это у нас по определению оказалось было равно нулю, потому что здесь значит, идет сумма, вот смотрите, сумма по N вот этого К, Р, Р. Потому что там, что мы использовали? Что R на минус Rn, Rn на минус Rn будет, значит, должно быть, то, значит, меняется знак. И, соответственно,
если есть симметрия относительно инверсии, а для простывших она всегда есть, то есть у вас вы заменились на синусом, что-то не изменилось. А здесь не так, если зависит от того, как расположен атом. То есть вот эти решетки, в которых могут быть, в которых есть центр инверсии, и решетки, в которых нет центра инверсии. То есть у них решетка как целая при инверсии не переходит сама в себя. Ну тогда, соответственно, эту сумму вот этого нечетность РН будет отличительна. То есть здесь вот возможно, что эта вещь для значит, решетки при центре инверсии будет отличительна. Ну, простые, там какие-то простые решетки специализированные имеют центр инверсии. Ну, тогда значит, а это значит, в общем случае уже сам оставит. Ну и значит, соответственно, вот это, она там была такая, цель у нас просто без этого, без этих крысочек. Какая разница? А отсюда получается модуль повести. Ну, модуль повести будет, конечно, естественно, там уже сумма повести. А если сумма повести нет, тогда это то другое, это уже у нас там тоже на понадобится. Ну вот, и так, вот это значит, это просто я получил возражение. Теперь нужно сюда подставить. И нужно теперь отделить. Вы исключите те слагаемые, которые по порядку величины малы, ну какие-то там будут у нас. Так вот, значит, сейчас я это просто напишу, как это уже как бы ответ, когда это выброшено. Мы тогда получим, если я не буду прожить, это общее видео. И значит, напишу просто уравнение уже для этих ветвей и для этих. Значит, сейчас мы вот как сделаем тогда. Для того, чтобы сделать, нужно уже следующий крестик. Значит, ввести у S, значит так. Сейчас. Секундочку. Значит, мы ведем у Ита без S. Это будет у нас центр центр массы плюс Кси вот так обозначим, да? Кси обозначим S. И это смещение относительно центра тяжести. То есть вот относительно чего? Центр тяжести. Центр массы. Это, значит, мы вот этот ОС, представьте себе, какая смещение центра масс плюс смещение относительно него. Поэтому общий ОС у нас не такая будет. И тогда напишем отдельно для уравнения для вот этого и для вот этого. Учтя вот факт того, что мы рассматриваем колебания, значит, либо акустические, либо оптические. Вот тогда для акустического, оптического, значит, мы сейчас получим такие уровни. Сейчас это я как раз записал. Так, омега в квадрате. Значит, когда это все поставим, нужно после этого перенести в то уравнение вообще, да? И то расстояние, которое сейчас написал, поставить его вообще уравнение. И тогда выделить те слагаемые, которые играют роль для оптического или акустического колебания. Вот. Значит, смотрите, омега М. Вот М я обозначу как обычно М. Равно сумма ОС М. Полная масса. Значит, когда я подставил сюда, после этого значит, нужно подставить, потом просуммировать ОС. Каждый из уровней. Постоянно сделать только что показывает. Ну вот, значит, смотри, итак. Вникать, когда формулы сами вникнете, если заходите туда, да, значит, вы поймете это. Да. А если значит, вникать, то можно просто поверить тому, что я напишу. Вот, значит, смотри, омега и равняется К, Э, К.
M, C, E, J, E, M. Uvodite da C je ljudi, ne? C, E, J, E, M. Te suma po S, C, S, S štrih, C, E, J, дальше, значит, плюс, плюс сумма по S, I, K, E, имеем слово, гамма, S, I, G, E, M, U, получается система связанных уравнений. Так, и идет L, M, L. Так, они, и у этой три два значка. Вот здесь три значка. Так, значит, L, U, S, J. J, A, I, вот это значит для уравнений как бы для U, считает, а другой здесь не находит. У, М, У, Й, Т. Так, вот так вот. Значит, дальше. А, значит, второе уравнение. Для всех. Омега квадрат FS Си так правило сделано, что Си Кир так, С Йод или равняется сумма по С С штрих С С С штрих и Йод. Это та часть, которая, значит, сумма по S штрих, которая не входила вообще в уравнение у нас. Вот простой решетки. С, S штрих, плюс тучка. Так. Значит, и к L. Еще 40 не пришла. Гамма S. А гамма вот это S. Ну там что за так S, так? А гамма S, а что еще можно сюда? Гамма S. Сейчас, секунду. Сумма подходит. Гамма S будет сумма по S штрих. Сумма по S штрих. Так, кто будет? С, С, С штрих. Идет. Вот такая вот вещь. Да? Идет. Вот. Значит, вот получил такое уравнение. Значит, вот в этом уравнении, которое мы вот здесь пишем, мужичок выбросить, потому что здесь омега квадрат входит, и она, это будет своему постоянно как квадрат. Значит, поэтому мы здесь учитываем только то, что пропорционально, будет не как квадрат, а будет больше, чем квадрат. А мы учитываем только то, что здесь как квадрат. Вот здесь мы, если мы сейчас ее подставим, вот это, ну, смотри, давайте прочистим. Значит, рассматриваем теперь вот колебания вот эти, акустические. Тогда вот на это уравнение смотрим. И в этом уравнении тогда нужно вот это все входящее сюда. Собственно, это связь этих двух уравнений расходов. Си, эй, вот. Так,
сума, то есть, сюда. Сейчас начинаем. Сейчас начинаем. Да, все просто. В середине это что, здесь? Вот, все правильно. Так. Вот это ремесло. Здесь все пусть. Так вот, значит, смотрите, значит, я, когда это рассматриваю, я могу должен поставить себя к си из этого уравнения. Причем, поскольку омега квадрат профессиональный как квадрат, то это будет много, это будет линейно пока. Си будет линейно пока, я могу сюда поставить просто. И тогда вот я получу здесь, смотрите, и вот это к, на это к будет по к квадрат, и будет просто уравнение, которое здесь будет такое. Омега квадрат n у и, и плюс равняется КЛКН, некая С с тильдой, которая получится после исключения С. Значит, С с тильдой и Н Л. Вот так вот. У идет. Вот так учится вот это уровень. Если же я рассматриваю те колебания, значит, логически, ну тогда К равно просто живую выбросить, как приказ мышцы Кассандра в первую очередь. Тогда вот это вот уравнение, вот оно, здесь К вообще нет, вот оно определит частоты, не зависящие от К. Но если я хочу как вот, да, и в зависимости от К учесть, она вот как логична. Потому что здесь нужно К выразить через этот Си. Это тогда не нужно, потому что это будет лишнее. А это значит у выразить через Си, сюда поставить, здесь будет различный квадратчик. То есть здесь будет у какие-то частоты омега от нуля, так, омега от нуля плюс А какой-то К квадрат, да, вот это будет. А это будет частоты омега квадрат плюс К квадрат. То есть это будет аналог акустического, а это аналог, значит, это новые оптические колебания, которые, вот уравнение, ну самое главное, что здесь, конечно, здесь, это, можно, смотри, если это жуткий имеет центр инверсии, тогда вот это мало. Ну это, как я говорил, ничего не надо. Она уходит, и тогда эти уравнения развязываются, то есть они не связаны друг с другом. Получается частоты. Это, ну здесь мы можем квадратично слагаемо, в принципе, записать, но значит, тогда уже отсюда значит, квадратичная слагаемая, здесь будет это разложение этой вот, можно будет. Ну вот, итак, вот они, частоты, смотрите, собственные частоты, которые, особенно новым здесь вот это является, вот это. Мы имеем собственные частоты, которые получаются из уравнения, значит, постоянное значение частот, которое получается за уравнение, вот, отличающее смещение этих атомов относительно их центр-терсии ячейки. Значит, итак, это получается простой физический, если мы начнем сказать простой какой-то колебание идет, или какая-то волна. Значит, ну, соответственно, есть составляющие. Если каждый атом может, в принципе, колебаться в том, акустической линии, то есть как целая решетка движется, и еще, ну, еще относительно центра колебаться по той частоте, которая константа является. Здесь вот это аналоги не было, потому что здесь сумма плюс штрих вошла, а так бы не было никакой суммы штриха, это бы просто вращавшаяся ноль конечно. А тут вот, значит, эта сумма пластин, которая здесь входит, вот она, значит, просто дает такой тензор, который определяет частоты оптических колебаний. Вот, значит, смотрите, мы значит, получили главное качественное отличие колебаний сложной решетки, значит, от колебаний в простой решетке. Она будет соответствовать тому, что существует акустические, электрические, ветер. Вот. Вот это, значит, давайте еще зафиксируем, потому что, значит, смотрите, этот вопрос, вот я спрашиваю вас, скажите про акустические, электрические, ветер, колебания, что это такое. Тогда, чтобы это сказать, нужно вообще-то знать, примерно представлять всю совокупность тех результатов, которые мы говорим, о колебаниях, что-то неправильно.
Он поэтому это просто поинтересует. Значит, если вы слышали об этом когда-то, если вы ничего не слышали о классических оптических микроскопах, то вы, значит, ничего не слышали об этом, понимаете, что-то вообще. А если вы не слышали об этом более, то вы можете рассказать, да, значит, вы знаете, что это имеет представление. Да, тут такой вопрос, ну вот, хорошо. Ну вот, значит, это вопрос. Теперь, значит, смотрите, следующий вопрос, который мы, важный вопрос, потому что это сюда примыкает. Это вопрос о том, какое будет колебание в самой важной сложной решетке. Какая самая важная, качественная сложная? Это ионный кристалл. Вот ионный кристалл принципиально значит, состоит минимум из двух атомов. Из двух атомов, значит, это положительный, отрицательный, и он должен, значит, соответственно, ионы в кристаллах обязательно будет, значит, сложная решетка, и обязательно будет физическая вес. Так вот, но, значит, соответственно, акустические и оптические ветви колебания могут быть и с ковалентной связью. Так вот, качественное отличие именно ионного кристалла состоит, является очень важным. Мы как раз надо об этом рассматривать. Поэтому колебания решетки ионного кристалла следующий вопрос. Если мы ковалентные решетки имеем, то тогда вот тут вот все в том, что вы говорили, все и содержится. То есть, ну, какой-то, при получении какой-то, значит, фрагмент, который позволяет нам начислять частоты уже с учетом, ну, даже по идее, значит, сейчас проанализировать, ну, это я оставляю в стороне, проанализировать, какой же будет ковалентный кристалл, эти частоты какие. Ну, это, значит, вопрос, как бы более специальный. Ну, вот. А в ионной решетке мы должны задать специальный один вопрос, а вообще важный. Смотрите. Вот сейчас мы это сделаем. Ионные решетки, значит, у нас эти оптические доступные ветви, эти, в общем, отрывания будут друг от друга, этих атомов ячейки, они имеют свою специфику. Специфика связана с тем, что заряженные, заряженные. Ну, вот мы это вопрос рассмотрим на примере какой-то. Ну, например, простой кубической решетки, ну, модели. Ну, например, натрий калий хлора, значит, типичный пример этих решеток модифицированных кубические. Вот. Допустим, вот, положительный ион, да? Так кубическая решетка, вот, значит, ее окружает 31 ион. Ну, вот, смотрите, это оружие. Вот такая ситуация. Так вот, что же получается? Вот эти вот, ну, там акустические колебания нам не так интересны, это как целая нейтральная вот эта вся система колеблется, это будет акустические, оптические колебания. Будут минус, потому что минус действительно плюс колеблется. То есть возникает что? Дипольный момент. То есть дипольный момент, то есть возникает электрическое поле. И вот это электрическое поле, значит, в чем его, так сказать, отличие от тех сил, которые вот, определяют вообще все колебания, оно в том его отличие, что оно дальнодействие. Вот я как тут как дальнодействие говорил, ну, я немножко замотал этот вопрос, потому что тут сложность шаблонка. Ну вот вообще, что же такое дальнодействующие силы? Так вот они это электрические. Они имеют заведомо свою, так сказать, свой масштаб распространения, свой масштаб, так сказать, действия. И этот масштаб может быть намного больше, чем шаткое расстояние. Поэтому то электрическое поле, которое возникает при колебаниях ионных кристаллов, так же, как и при колебании металлов, вообще говоря, значит, нужно отдельно учиться. То есть дописать отдельно уровень максимума для них, значит, для этих колебаний. И, соответственно, значит, при анализе колебаний всех решеток этот факт учесть.
Ну вот это, значит, дело-то простое, знаете, я ей расскажу, который, значит, ну, самое главное отражает то, что существует в мире. Ну и то есть главное, что мы должны, допустим, рассмотреть сейчас колебания какой-то, пример кубической решетки, да? Вот она, кубическая решетка, да? Вот здесь вот. Вот. В нем здесь содержится в элементарной сети атомы плюс и минус, да? Вот, значит, мы рассмотрим, значит, это рассмотрим тут уравнение для решения этой решетки. Решетки, значит, в простом таком виде. И напишем эти. Получим сейчас. Значит, откуда ходим?
заряд Q этого Q минус А этого просто. Так, то есть два заря, значит, два атома заряжены одинаково, и он и листа, он соответствует, потому что два атома заряжены одинаково, вот они, значит, 288. Поэтому вот возникает вот разница в серии минус Q себя, полностью серию плюс себя, деленная на одном. Это значит у нас будет на минус 3,4. Значит, это будет у нас P. Это будет плотность вольного момента после заряда. Значит, значит, мы сейчас друг относительно друга возникает вольный момент. То есть, значит, вот это вот расстояние, заряд, вот этот дипольный момент, плотность дипольного момента, вот она. Это заряд, деленный в ноль, это плотность заряда решетки. Вот эти сместились. Когда они смещались, значит, было не было момента. А как они сместились, то возник момент, понятно, да. То есть они стояли, они все нейтрально. Да? А начинают смещаться. Вот в этом топе. Значит, когда происходит колебание, вот системы, которые заряды могут свободно достать, в этом случае возникает обязательно поле. И вот это поле мы должны сюда написать. Значит, здесь соответственно минус. Так, значит, потом мы должны здесь написать плюс. Плюс Q на E. Плюс Q на E. А в другом месте мы должны минус. Вот это C2, значит, минус. А это C1. Значит, плюс. Вот какая штука. Значит, вот мы теорию, я просто, значит, это уравнение, а здесь вместо вверх куда минус поставлю. Да, масса ионов у нас. Масса иона, я просто забыл. Действительно, молодцы правильно сказали. Значит, масса иона здесь ион 1, а здесь ион 2. Я совершенно верно. Но масса иона, да, мы выбрали, в принципе, для простым будет одинаково. Ну, не будем, тогда никакого формы не прописано для проведения. Не важно, что они отличаются. Ну вот, и так вот такая, значит, здесь получается, то есть мы вот сюда написали математическую форму. Ну, здесь напрямую число атомов будет сложнее, конечно, так-то их взял записать. А для двух атомов здесь просто можно так записать. Значит, это то. Ну и теперь дальше мы должны написать, вот раз P у нас есть, к C2 мы можем вырешить это уравнение, можем выразить C2 через E, подставить сюда, и будет P пропорциональное напряженности поля. Нечто, просто поставим C2. И значит, мы должны этот вольный момент ввести просто в уровне максимума. Это будет поляризуемость здесь, правда? Вот поляризуемость электрическая. Значит, что это? И мы в уровне максимума введем, и после этого получим вот эти уже спасенные уровни прямо из уровня максимума. Ну, это можно и наоборот сделать. Решить уровни максимума, выразить через пусть запоставить, и значит, тогда что произойдет, мы получим спасенные уровни. То есть, не имеет значения, как получить. Поэтому да, вот эта значит, штука есть. Значит, вот если проделать сейчас все, смотрите. Значит, ну вот, значит, это вот мы обозначаем сейчас вот эту разницу. Я бы, значит, это Си, там, Си2. Вот это. Ну и, значит, тогда вычитать, вычесть одно из другого, получится разница. Здесь где-то тоже нужно сложить, тоже получается сумма. Для разницы, для суммы получить, сумму исключить. Вот так вот сделать. Ну тогда, значит, вот я напишу, что же ответ получится. Так, ну, ты вперёд, может, мне первый не будет. Давай сделаем перерыв. Значит, перчики я перечу. Я уйду пока, тогда и надолго еще. Там все сливаем, я сижу дольше, чем нужно. Поэтому, значит, получается, лучше не делать, я закончу все. Быстрее это получится. Ну вот, значит, смотрите, итак, сейчас я тебе напишу ответ.
простые, то есть что все равно не единство получается, значит, несложное, так сказать, решение, значит, смотрите, значит, P это равно, значит, это на равно, так, это на дивергенция D равняется нулю. Дивергенция H
А что мне это нужно? Это. Это значит у нас нужно будет уровень для того, чтобы вот это записать здесь. Ротарье. Ротарье, если я пишу. И как умножаем Е. Дивергенция скалит. Ну, дается, получается. Вот, значит, ротарье равняется И омега на С H. Да? Тоже антиквиду. И ротар H. Рота. Я сначала пишу рота, чтобы вас напомнить вам. Не вовремя, так сказать. Рота будет подведена усилие К на H. Вот, имеется. И умеет на С. Вот такая вещь. Ну и первое, эпсилон. Е вот, эпсилон, мы тут поставим. Значит, смотрите, как получается. Вот из того уровня получается эпсилон от омега равняется нулю. Это получается первый вид, а у нас должны здесь быть две вещи. Потому что два, получается сейчас, получилось плюс, вот тут как мы незаметно потянули, так сказать, потянули. Что мы в той оптической ветви, которая залежала в своем уравнении исходном, когда мы электрическое поле написали уравнение масла, ну естественно получилось третье. Сестра ветвь. У нас была оптическая ветвь, которую мы получили, если бы ее выбросили, и то те уровни решили, получили бы какое-то исходную частоту оптической ветви. Надо было вместе с этим написать. Ну, а ее мы сейчас увидим в конце. Ну, итак, значит, для первой ветви, вот он, для продольных колебаний. Для продольных колебаний вот такое получается. А, еще плюс к тому, что тут у нас продольные поперечные колебания. Так вот, поперечник получается две, а продольных одна. Так вот, значит, вот. А вот это значит для продольных, потому что это было, получилось К на Е здесь. Продольного носительного переноса поля, значит, у вас хребает. Ну вот. А значит, второе, для второго получается уравнение. Вот оно какое вид имеет, смотрите. Значит, И, К, ну тут нужно вверх умножить уравнение, да? Это обычная процедура. Если вы помните, как записывается уравнение максимального варианта, значит, определение частот таких сейчас, то, значит, ну, эту процедуру знаете. Вот, значит, это равняется, получается, омега в квадрате на С квадрат К квадрат, С квадрат К квадрат, эпсилон от омега, так, омега С, сейчас я тоже хочу ничего пропустить. Так, здесь минус, сейчас, секунду, тут минус, значит, я вот так, для начала, здесь, так, омега, так, омега на С, да, омега на С, H, да, ротор Е равняется омега на С, H, значит, получается минус И омега в квадрате на С в квадрате, омега в квадрате, омега в квадрате, омега в квадрате, вот отсюда. Теперь первое нужно обсудить эпсилон Е. И, значит, после этого это уравнение раскрыть. И так получится тогда, значит, уравнение, вот такое, уравнение, вернее, уравнение частоты, а нет, уравнение частоты. Омега в квадрате, тогда получится так, омега в квадрате равняется омега 0 в квадрате, так было у нас, которое так, плюс, так, сейчас, омега 0 в квадрате, минус, значит,
омега в квадрате, вот здесь значит, омега в квадрате, так, здесь значит омега в квадрате на c квадрат k квадрат, так, омега в квадрате на c квадрат k квадрат, деленное на единицу минус омега в квадрате на c квадрат k квадрат. Значит, получается вот этот уравнение как бы для частоты, как бы это выражение частоты, на самом деле это уравнение, так, для частоты омега. Ну, значит, это уравнение такое, ведь имеет, значит, тут можно его решить, но оно, обратное уравнение получается, значит, его, не столько важно его, так сказать, вид, которым получилось это решение. Как вот это графическое его изображение. Вот мы сейчас это сразу нарисуем и все. Вот это уравнение получается, что значит, для поперечных волн, да, вот это уравнение поперечных волн, то есть которое поперечное относительно колеблется, ну, роторами. Вот как вот это вот как на камере, это поперечная часть вектора, значит, электрического поля. Вот. Уравнение для частоты колебаний, для поперечной части, вот. А у него продольной части, эпсилон омега, это эпсилон от омега, значит, оно получается просто, оно имеет простое лицо, решается, ну, да, так, омега A в квадрате равняется, так, омега в квадрате, плюс, омега в квадрате, да? Плюс омега в квадрате. Все. Ну вот, значит, вот это продольная вещь, а это поперечная. Так. Значит, смотрите, картиночка такая, значит, у нас получилось, на самом деле, это не одно решение, два решения. И вот, значит, мы его сейчас нарисуем все это, чтобы было понятно. Вот здесь продольная омега. Омега от k. Получается, кажется, сложность. Так? Но значит, мы это наша сложность, это, так сказать, только кажущийся, так сказать, все очень наглядно. Вот это значит продумал, значит, это лето омега нормально. Теперь здесь омега A. Вот. Так вот такая вещь. Значит, вот это идет вот сюда. Так, сейчас, что это у меня решится? Ну, да. Вот смотрите, вот если бы не было этой среды никакой, то вот это было бы, мы бы решили уравнение Максвелла, получили бы омега равняется ЦК, да? И все. Теперь у нас решетка. Значит, вот это мы значит, получили еще через этого сняли еще одну. Две даже волны взялся. Вот они. Вот это вот так вот пошло. Так. А это пошло. Так, это. А, ну это пошло отсюда. Вот получается, что создаваемая волна спадет только при очень больших. Фильтрах. А вот большой фильтрах, она никак с этими ничего не взаимодействует. Это продольная, вот она как идет, то есть ничего на нее никак эти самые колебания не подействовали. Это мы волновектором направили от этого колебания самих атомов. А эти получилось вот так. Вот это вот. Значит, вот здесь она прошла так, а здесь вот так получилось. Значит, итак, вот в этой области уже, вот эти, в этой области, вот здесь вот, где-то там свет и две волны, продольные, поперечные, вот они. Значит, ну, эти две волны, которые отвечают двум значение частоты
соответствующие тому, что есть на заряд у этого. Если заряда нет, тогда это смыкается, а куда нет? А раз заряды различные, то возникает подобное поперечное уравнение. А значит, при маленьких частотах, вот они берут, вот это физическое, а это идет подражание. Вот физическое, это нет. Вот такая, значит, картина получается, если у нас мы учтем в нервном кристалле замыслить сравнительным полем. Значит, в реальности мы всегда имеем либо вот эту ситуацию, либо вот, вот эту. Так? Ну а влияние на электромагнитное поле содержится в некой области, где что-то совпадает эти частоты электрические взаимодействуют, так сказать, электрические поля и смещение ионов. Вот эти ионы, которых взаимодействуют на игратору, называются полиаритоны. Вот полиаритоны – это волны в ионных кристаллах, там, где, в той ситуации, когда на них играет роль полиэлектрическое поле. Электрическое поле, нарушает электрическое поле, колеблется в этой кристалле, и, значит, в каком-то интервале длинном, значит, колебания получаются совместными. Там, где взаимодействует, одна другая роль играет, там, значит, у нас смешанные колебания. Вот они как бы, с одной стороны, колеблется решетка, и есть колебания электромагнитного поля. С решеткой генерируют как бы волны электромагнитные. И наоборот, электромагнитное поле генерирует колебания решетки, связанные с вот, получается. А, значит, вот, если нет, то они уходят. Это отдельная продольная поперечная модуль, и, значит, это. На поперечную модуль никакого влияния ничего не играется, но вот есть. А на поперечную модуль играет, потому что там заряд еще есть. Что это? Вот это значит, итак, колебания в ионных кристаллах в определенных условиях превращаются в полиаритоны, связанные волны электромагнитного поля. Колебания вообще в принципе в сложных решетках. Это есть колебания оптические, то есть колебания акустические, ну или волны оптического характера, оптического. Определяются они не соответствующих тоже динамических этих силовых константов. Вот, значит, это вопрос о колебаниях решетки сложных кристаллов. Ну вот этот круг вопросов, значит, касающийся этих. Значит, ну, качество машины, главных качественных особенностей колебаний решетки, динамической матрицы и все прочее, вот это мы получили. В следующий раз мы уже будем смотреть свойства колебаний общего характера для того, чтобы описать свойства физические явления кристаллов. Это две вещи мы должны сделать сейчас. Мы должны сделать спектральную функцию колебаний, посмотреть, которая нужна, которая является основной характеристикой входящих в термодинамические свойства кристаллов являются определенными даже не совсем частотами, а именно некой функции спектральной пульсии, она, которая, конечно, определяется спектральной частотой. И, значит, второе – это квантование, квантовые эффекты, то есть мы даже на языке квантовые теперь, мы еще нигде квантование, собственно, не включаем. То есть имеется в виду, мы, конечно, делали немного и так, как делается в квантовой механике, но все равно, значит, это то же самое можно на языке расписать. Слово Гамильтониан употреблял и так далее, это список только довольно-таки учит. Да, механические особенности, но вообще говоря, там пока что квантовой механики нет. А теперь начнем квантовой механики. В простом виде тут не нужна нам сложная квантовая механика. Здесь нужна самая простая, самая основная. Ну вот это две простые вещи. Ну, я в следующий раз вам дам уже эти программы. У нас уже как бы сейчас перелом наступает. Мы переходим уже к физике, физическим свойствам кристалла. Ну, то есть механика кристалла заканчивается, решетка в следующий раз. И, значит, переходим.
психически, физически. Ну вот, ну давайте, значит, что? Все тогда на сегодня. Я опять полчаса сейчас. Ну нет, не будем начинать сначала.